Представляю участников первого потока. На первом помосте Гуртовой Михаил, Веселовский район, вес 8 килограмм. Второй помост Попенко Никита, Тацинский район, вес 8 килограмм. Третий помост Дьяченко Артем, Тацинский район, вес 6 килограмм. На четвертом помосте Тарасов Руслан, Тацинский район, вес 16 килограмм. На пятом помосте Савченко Сергей, Ремонтинский район, вес 16 килограмм. И на шестом помосте Ищенко Василий, Веселовский район, вес 16 килограмм. Внимание, спортсмены готовы, судьи готовы. Даю контрольный отсчет времени. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Итак, на первом помосте выступает Гуртовой Михаил, представитель Веселовского района, собственный вес 45 килограмм. На помосте номер 2 Бабенко Никита, поселок Жирного, Тацинский район, вес спортсмена 25 килограмм. На третьем помосте закончил упражнение также представитель Тацинского района Дьяченко Артем. Также на легчайшем весе
35 килограмм 600 грамм. На четвертом после закончил упражнение Тарас Алыслан с результатом 22 подъема. На пятом помосте Савченко Сергей, Ремонтинский район, выполняет упражнение с весом 16 килограмм. И на шестом помосте представитель Веселовского района Ищенко Василий закончил упражнение с результатом 51 подъем. Прошло 5 минут. Прошла последняя минута. На первом помосте продолжает свое выступление
Гуртовой Михаил, Веселовский район. Его результат представляет 147 подъемов. И на пятом помосте продолжает свое выступление Савченко Сергей, Ремонтинский район. Его результат 110 подъемов. Ребята выступают в разных весовых категориях. Хорошо, пошло. И на разных гирях. Поддерживаем спортсменов. 20 секунд. Где-то надо стоять, все время работает до конца. Не надо стоять вообще. Вот. 10 секунд. Молодец, работай. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Гуртовой Михаил на первом месте закончил упражнение с результатом 161 подъем. Ростовская область. Молодец. И Савченко Сергей на первом месте с результатом 119 подъемов. Готовится следующий поток участников. Крылов Артем, первый помост, Тацинский район. Второй помост, Коконян Шалом, Песчанокопский район. Третий помост, Денисов Константин, Тацинский район. Четвертый помост, Тупикин Максим, весовая категория 68 килограмм, Веселовский район. Пятый помост, Нескромный Данил, Веселовский район. И шестой помост, Здоровцов Дмитрий, Веселовский район. Можно подготовку к ним. 2 минуты дается. Судье при участниках вывести спортсменов на помост. Понял. Время спустя. Представляю спортсменов второго потока. Весовая категория 48 килограмм. Первый помост Крылов Артем. Второй помост Коконян Шало. Третий помост Денисов Константин. Четвертый помост. Внимание спортсменам, зайти на помосты. Даю контрольный отчет времени. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Объявляю третий поток участников. Весовая категория 48 килограмм. Шиховцов Ярослав, первый помост, второй помост. Титов Владислав, Песчанокопский район. Третий помост. Весовая категория 68+. У юношей. Калашников Денис, Песчанокопский район. Ибрагимов Мамед, Песчанокопский район. Медведев Николай, Песчанокопский район. И Камбур Кирилл, ремонтная. Это те, которые готовятся на следующий третий поток.
Нет. Уважаемые судьи, обращайте внимание на фиксацию. Шестой помост, четче фиксируй. Итак, на первом помосте закончил выступление Крылов Артем, Тарцинский район. Весовая категория 48 килограмм, вес гирь 8 килограмм. Его результат 50 подъемов. На втором помосте продолжает свое выступление Коханян Шамор, Песчанковский район, вес гирь 8 килограмм. На третьем помосте Денисов Константин, Тарцинский район, вес гирь 16,6 килограмм. На четвертом помосте закончил свое выступление Тупикин Максим, Веселовский район, вес гирь 16 килограмм, результат 52 подъема. Весовая категория 68 килограмм. На пятом помосте нескромный Данил, Веселовский район, вес 12 килограмм, 32 подъема. И на шестом помосте закончил Здоровцов Дмитрий, Веселовский район, вес 16 килограмм, с результатом 79 подъемов.
Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!